So, hello and good evening, everyone. Thank you for joining our Zoom. Добрый вечер все. Спасибо, что присоединились к нам. Topic is the acoustic body and the infinite being. Тема акустическое тело и бесконечная сущность. And so what have we decided about the body and actually what in which many ways can your body function? А что мы решили по поводу нашего тела и какими способами оно может функционировать? Because the amazing thing is that your body can function from different spaces, can function from different energies and qualities. То есть суть в том, что ваше тело может действовать из различных пространств и из различных качеств и различными способами. So actually, what is the magic that we are unwilling to see or recognize? И магия в том, что мы до какого-то момента не понимаем это и не осознаем. Okay. Like most of the time, as we beings are functioning from polarity, like we are functioning from points of view, that is polarity. И ситуация в том, что очень часто мы действуем, наши действия исходят из полярности, то есть из разных точек зрения. The same way our body is also functioning from points of view polarity. In other words, that's the electric reality. То есть таким образом наше тело тоже действует с позиции полярности различных точек зрения, таким образом из электрической природы. For the body, it shows up in the way that what we learned about the body, let's say at the biology studies. То есть то, что мы знаем о нашем теле, в основном всегда это вот именно биология. So what it means that, let's say, it will live as long, it will have that kind of capacity that we usually think at, that a human body can have. И обычно оно живет столько и имеет те способности, которые мы считаем должно иметь наше физическое тело. Let's say in that reality, there is no space for magic or miracles. И в этом случае нет как бы никакого пространства для магии и каких-то чудес. Like everything will fit in as we expect from our earlier studies at the school. Да, то есть то, что мы изучали в школе, вот это мы и наблюдаем в нашей жизни. And there are situations when you can see that people somehow miraculously can recover from terminal diseases. Но иногда чудесным образом люди, например, выздоравливают от заболеваний. Or they can sort of like use their body in a magical or miraculous way that no one would imagine. Или иногда люди используют свое тело в каких-то удивительных, совершенно чудесных способах, о которых никто никогда не думал. So that is beyond nature. То есть оно как бы идет вразрез с природой или за пределами нашего понимания природы. So, but the amazing thing is that your body is functioning from you. Удивительная вещь это то, что ваше тело действует с позиции вас, от вас. So if we function from limitations, from points of view, from polarity, then the body will function from that as well. И если вы сами, значит, действуете с позиции ограничений, полярности, точек зрения, то ваше тело также будет действовать с этих позиций. Let's say that's a, sort of like a basic functioning mode for the body. И это как бы основной способ функционирования нашего тела. At the same time, your body has a capacity to function from your space, from the space of the infinite being. А также ваше тело может действовать из вашего пространства или от понятия бесконечной сущности. From the space of infinite possibilities. От понятия бесконечных возможностей.
if we are willing to function from that space. Если мы хотим, чтобы оно действовало, функционировало из этого пространства. Like, you know, like there are moments when you are calm, when you are so conscious, when you are so present. Есть моменты, когда мы какие-то особенно спокойные или особенно взвешенно все воспринимаем. То есть разные бывают у нас моменты. And of course, there are moments and situations when we are really angry or upset and not really present at that moment. И бывают ситуации, когда мы, например, можем быть раздражены или наоборот расстроены. То есть мы не функционируем в моменте, а действуем с позиции эмоций. So during our day, we are moving between different levels of consciousness. И в течение дня мы переходим от одного уровня осознанности к другому. So what makes you function from these different levels? И почему вы, собственно, почему так происходит? Почему мы функционируем от различных уровней? Like as an infinite, sorry. As an infinite being, we buy into so many points of view and we make that point of view as real. Как бесконечная сущность, у вас может быть очень много точек зрения, и вы их используете. And we create our reality from these points of view. И мы создаем нашу реальность именно от этих, отталкиваясь от этих точек зрения. So your body picks up this reality, this energy and these points of view, and it will function from the same. И наше тело воспринимает наши точки зрения, нашу реальность и Let's начинает say. действовать с этой позиции. And the amazing thing is that until now, what we discussed, that the body functions from the space that you represent. То есть, таким образом, удивительная вещь – это то, что наше тело функционирует из нашего пространства. Also, if you make like vital, valuable, and real, like if you make significant the environment around you. И таким образом, если вы делаете среду вашего обитания, так сказать, важной, реальной, необходимой, вот именно так. Like you say that what I see around me, this is the reality, this is how things work. То есть вы можете сказать себе, то, что я вижу вокруг себя, это моя реальность, это то, как живет этот мир, как действуют вещи. It's like you tell your body that what I think is real and what is around you is real as it is, the way I can see it. И можете сказать своему телу, что то, что я вижу вокруг, это реально, потому что я это вижу. And all of that starts to sort of like show up in the body and sort of like show up in the way the body functions. И это вот понимание начинает проявляться в том, как функционирует наше тело. And somehow we bought into it that whatever I feel or sense in my body, that is also real and true. И мы также действуем с позиции того, что то, что я чувствую и вижу в своем теле, это и есть реальность. So if there is a pain showing up or something really uncomfortable showing up in the body, I immediately think this is about me, this is about my body, this is my reality. Если мы чувствуем боль или какую-то неудобство, то мы можем сказать себе, что то, что я чувствую, это и есть моя реальность. But the strange thing is that sort of like I programmed my body by functioning from these points of view, and the body gives it back to me, and then I make it more significant. И интересная и странная вещь в том, что я программирую свое тело действовать соответствующим образом, и тело мне отвечает. И таким образом как бы происходит вот такой двойной обмен. То есть
Я программирую свое тело, и тело выдает мне то, что я запрограммировал. So, what we see in the environment first, we make it significant and true, and what we sense in the body, we also make it significant and true. И то, что мы видим в нашем пространстве, это важно и это правда. И то, что мы видим в нашем теле, это тоже важно и правда. But what shows up in the environment and what shows up in the body is the result of what you are functioning from. It's the result of your points of view. Но то, что мы видим в нашем пространстве и то, что мы видим в нашем теле, это результат наших именно точек зрения, от которых мы отталкиваемся и по которым мы работаем. So, what would it take to change all of this, and what would it take to use it to our advantage? И что нужно для того, чтобы изменить это или сделать так, чтобы это работало нам во благо? Because once you start to change the space that you are functioning from, it will affect your body as well. Потому что когда вы начинаете менять пространство, в котором вы живете, это повлияет на ваше тело тоже. First of all, it changes your reality because you are choosing to function from a different reality. То есть таким образом как бы изменяется наша реальность, и это мы выбираем, в какой реальности нам существовать. And because of that, it starts to change the body's reality as well. И поэтому изменяется и реальность нашего тела тоже. And as it starts to create that change in the body, it will sort of like get it represented back to you. Когда происходит изменение в нашем теле, мы видим результаты сами. So actually you can change how your body reacts to certain kind of food or how it reacts when it comes to recovery from an illness. Таким образом, мы можем поменять реакцию нашего тела на различные виды пищи или когда мы, допустим, выздоравливаем от какого-то заболевания. Or, for example, how much food does your body need? Или, например, сколько продуктов или сколько еды нужно нашему телу. Or how much sleep does your body need? Или сколько нам нужно, чтобы выспаться. Because you as a being, you don't need sleep and you don't need food. Потому что как бесконечная сущность нам не нужна ни пища, ни сон. It can change, like how fast can your body recover? Это также может изменить и период выздоровления, сколько, допустим, выздоравливает наше тело. So when we start to function from the space of infinite possibilities, it also starts to show up in the body. И когда мы начинаем действовать с позиции бесконечных возможностей, это сразу же начинает проявляться в нашем теле. Like magical and miraculous possibilities and situations start to show up through your body. И удивительные и совершенно необычные возможности начинают проявляться в нашем теле. So, are you willing to change your whole life? Да, хотите ли вы изменить всю свою жизнь? And let's change the space that your body is functioning from. И давайте поменяем пространство, из которого мы функционируем. It's about allowing, as well, allowing the body to change and allowing yourself to recognize that change. Это мы даем разрешение нашему телу на изменения и себе самому установку на принятие этих изменений. Like, let's say if you are an Olympic, like you are planning to attend like running a marathon or any kind of sport event. Например, это может относиться к тому, когда вы участвуете, скажем, в Олимпийских играх и должны пробежать марафон. Like, how many points of view do you have that what you have to do in order to, let's say, improve your results.
И это относится именно к теме того, какие точки зрения у вас есть для того, чтобы прийти к нужному результату. Let's say if you are running that marathon distance, like how much energy or what kind of food does your body require, and how much will it have during that running? То есть, допустим, если мы бежим марафон, то мы можем поменять наши установки по поводу энергии, сколько нам потребуется энергии для того, чтобы достичь результата, или сколько пищи мы должны съесть, или что мы должны делать во время этого марафона. And when the being sort of like starts to stand out of the way of the body, then what magic can show up in the body and for the body? И таким образом, как бы бесконечная сущность дает возможность изменениям проявиться в нашем теле. The same way, maybe you need to travel and you have an idea that, like how much sleep do you need during your travel? Ну, или, например, вы путешествуете и хотите поменять, сколько вам нужно спать для того, чтобы путешествовать. What happens to your body when you go into a different time zone? Или что происходит с вашим телом, когда вы меняете временную зону? Know, because of getting into a different time zone, I cannot sleep that much. I have to go sleep later or much earlier, and you know, everything will be upside down for me. То есть, допустим, когда мы в какой-то другой временной зоне, то меняются наши установки по поводу сколько спать, когда просыпаться, и вообще вся это отсутствие режима вот в это время. Actually, how much of that is a point of view? И сколько из этого всего наши точки зрения? Like, for example, when I was traveling from New Zealand to China and there was 4 or 6 hours time difference, it was like, you know, after 12 or 14 hours flight, when I was not sleeping, I was so tired and, you know, overwhelmed. Например, когда я путешествовала из Новой Зеландии в Китай, и была разница во времени 4 или 6 часов, вот, и летел он 14 часов, то он не спал и чувствовал себя очень истощенным и уставшим. And I had to wait like 2 hours at the airport for the transfer, and after that, the travel to the city took also 2 hours. И, допустим, в аэропорту ему пришлось ждать 2 часа, а потом еще в самом городе он тоже ждал 2 часа. And on the way in the car, I felt like I'm going to fall asleep. It's just 6 p.m. in the afternoon, but that's the end of the day for me. И когда он ехал в такси, он думал, что сейчас как раз время бы поспать, вот, но в соответствии с его временем это уже был конец рабочего дня. And then suddenly I had the awareness, like, who does this belong to? Is this truly mine? И в это время его посетила мысль, что такая, как осознанность, а чье это? Чье это? Это действительно мое? Like, I realized that as an infinite being, I don't need sleep at all. So who needs a sleep? Maybe my body. И в этот момент я понял, что как бесконечная сущность я не нуждаюсь во сне. Вот. А кто же нуждается во сне? Значит, это мое тело. And then I asked my body, "Hey, buddy, are you tired? Do you need sleep now?" Я спросил свое тело: «Эй, тело, ты устала и ты хочешь уснуть?» And I said, "No, not tired." Okay. И я сказал, и тело мне подсказало, что нет, я не хочу спать. And suddenly, all the sensation of tiredness just disappeared. Like I was so refreshed and ready to do whatever had to be done. И внезапно он почувствовал большой прилив энергии, и ему совершенно не хотелось спать, и он готов был заняться любыми делами. And then I also asked my body to let move together with the time zone. So to me, that means I could go to sleep, let's say, at 10 p.m. or 11 p.m., like in normal time.
И тут же я сказала своему телу, что нужно привыкать к новой временной зоне и что я могу уснуть потом в 10 вечера. And then I was awake and I was refreshed until that. Then I went to sleep at 11 and was sleeping until 6 a.m. next morning. And I was energized the next day as well, all day long. И я работал именно до этого момента, и в 11 часов я пошел спать, а на следующее утро я проснулся в 6 утра и был отдохнувший и готовый к работе. So what have we decided about the time zones or jet lag? А что мы решили, что мы для себя решаем по поводу временных зон? Because what you decided, that will control how your body functions. Потому что то, что вы решили для себя, это начинает контролировать то, как действует, работает ваше тело. So your body will generate that sensation of being tired and exhausted, and you as a being, you will feel that. И тогда ваше тело как бы посылает импульсы, что оно устало и хочет отдохнуть, и именно бесконечная сущность как бы подчиняется, слушает это. So you feel like being tired, and then you decide, okay, now I have to go to sleep. Например, вы решаете для себя, о, я устал, значит, мне нужно уснуть. And this is just a very simple example of what does it mean to be present and conscious with your body and the capacities of your body. И это просто пример того, как быть в присутствии со своим телом и со способностями своего тела. It's like moving from like functioning, like moving from the body that functions from polarity, like let's say the electric body. И это как бы мы осуществляем переход от тела, которое действует от полярности, от точки In зрения. into a totally different space where your body can function from infinite possibilities. До мы переходим к телу, которое может функционировать благодаря бесконечным возможностям. Do we have a question or anything came up for you, for anyone? А у вас есть вопросы, или, может, вас посетили какие-то открытия или мысли? So if you have a question, you can unmute yourself or you can also type it into the chat box. Вы можете, то есть, включить свой микрофон или напечатать в чате. Лучше микрофон, лучше голос. Hello. Hello. Я извиняюсь, я сегодня не с компьютера, я с телефона не могу поднять руку. Sorry, today I'm not from my telephone and I cannot raise my hand. У меня такой вопрос. Я понимаю все про все, что здесь сейчас говорилось, оно не откликается. У меня вопрос именно про акустическое тело. Я прочитала там, что оно создается. Я вот эту информацию, мне про сам класс, как бы информация не очень понятна. Акустическое тело, я так поняла, что оно создается, это тело самим человеком. Оно не дано изначально. Ольга has a question about her acoustic body. She got to know that the acoustic body is created. How is it created and is it given to is the acoustic body given to the person from the very beginning? Okay. So actually, our body has the capacity to function as an acoustic body or function as a general, let's say, electric body. То есть вообще изначально наше тело имеет способность функционировать либо как акустическое тело, либо как обычное тело электрическое. Let's say your body is like a Ferrari, but we don't know that it is a Ferrari and we use it like an everyday general car. Например, ваше тело может быть Феррари, то есть оно и есть Феррари, но мы его используем как обычную шушлайку. Короче говоря, как обычную машину, да, ежедневную. Тогда вопрос у меня будет такой. Вот есть в Access, есть такая, такой вопрос хороший, когда ты обращаешься к себе в моменте и просто спрашиваешь, замечательный такой вопрос,
чем и кем мне сейчас нужно быть в данный момент, чтобы что-то, ну, получить то-то и это. А А акустическое тело о чем? давай, Оля, я сейчас переведу. In access, there is such a notion as you have to appeal to yourself and ask who I am now and what I should do in order to receive what I want. Yes. А акустическое тело, оно о чем? Оно же ведь именно об этом же. So, and what is acoustic body about? Is it about just this thing or something else? Yes, it is about, like when you start to function from a question, then you open up the space of infinite possibilities. Да, то есть, конечно, оно о том, что когда ты действуешь с позиции акустического тела и с позиции вопроса, то ты открываешь себе безграничные возможности. And what happens that you as a being, you have so many points of view from all lifetimes that you bring into this body and into each and every body that you have in any lifetimes. И как бесконечная сущность, у тебя очень много точек зрения, которые ты накопила в своем теле сейчас и которые ты принесла из других тел, из прошлых жизней. So sort of like we program the body, which is like a clean slate at the beginning. То есть это как бы сначала это как бы чистое вот пространство, чистое тело. Like when you're born into your body, you get a programmable body, and it is programmed by your points of view that comes from this or any other lifetimes. То есть, когда мы рождаемся, мы получаем абсолютно чистое тело, но мы начинаем его программировать и, так сказать, насыщать различными точками зрения из разных жизней. And we sort of like implant these programs like energetically and later on physically or biologically into the body. И мы начинаем программировать тело сначала энергетически, а потом физически, биологически, в соответствии с точками зрения. And one of the big topic of the acoustic body class, is to start to clear all these implants or remove all these implants from the body so it can function truly from the space of the acoustic body. И одним из важных моментов класса по акустическому телу это то, что мы начинаем чистить тело от всяких установок и точек зрения, и от имплантов, таким образом, что оно начинает быть акустическим телом. Если я правильно поняла, на классе акустическое тело мы сначала все вычистим, обнулимся, и Рока поможет нам как бы создать наше новое чистое акустическое тело, в котором мы будем проживать свою жизнь. So, and if she, Оля says, if she understands correctly, on our acoustic body class, you will help us to clean our body from all points of view, and then we should create a new acoustic body with which we will live our life. Is it true? Yes. So during the class, we learn like processes that you can use on the body, like body processes, that is specifically was created for this purpose. То есть во время классов акустическое тело мы проводим телесные процессы, которые специально существуют для этого класса. And also there will be lots of exercises and as well information and tools that you can use together with these processes, with these body processes. И точно так же будет очень много упражнений и информационных инструментов для того, чтобы использовать вместе с телесными упражнениями. And then, you know, we can use that to remove all that implants that would allow the body to start to function from that acoustic body space.
И таким образом мы почистим наше тело и позволим ему действовать с позиции акустического тела. So in other words, the nature of the infinite being is the acoustic wave. The nature of infinite being, yes. То есть природа нашей бесконечности, бесконечной сущности — это акустическая волна. The acoustic wave is the space of infinite possibilities. Акустическая волна — это пространство безграничных возможностей. So as a being, you can function from anything and you can create and actualize anything that you desire, even things that never existed on the planet. И как бесконечная сущность вы можете создавать совершенно необыкновенные вещи, и даже те, которых не было никогда на Земле. But unfortunately, as in the body there are so many implants that would limit the body, we connect back to the body and function from these limitations. Но поскольку в теле очень много ограничений, которые ограничивают вот эти прекрасные возможности, то мы иногда действуем именно с позиции ограничений. So we should work on the being and also on the body to create that change that we desire to have. И мы будем работать и с нашей безграничной сущностью, и с нашим телом для того, чтобы именно достичь те изменения, которые мы хотим. And as we remove more and more of these implants from the body, that would allow us to be as an infinite being more and in a more and more stable or stable way. И когда мы будем чистить наше тело от этих имплантов, мы как бы будем становиться более и более стабильным настоящим телом и сущностью. So that means we will have less moments of being out of the space of the infinite being that we truly be. И у нас будет меньше моментов, когда, то есть, мы снова подпадаем под влияние вот этих вот ограничений. It doesn't mean that sort of like we will become like, you know, people who cannot enjoy anything. Because joy is part of life. It's part of the infinite being. It's our nature. Ясно, что это не значит, что мы будем такими существами, которые не могут позволить себе радость, потому что радость — это как бы часть нашей жизни. Like in many spiritual methods, there is sort of like an image that if you become enlightened, if you become so conscious, you will be like a Tibetan monk. Tibetan monk, я. Yeah? То есть yeah. Есть понятие в различных религиях, что если человек достигает просветления, то он как бы освобождается от всех радостей нашей жизни, становится как тибетский монах. But actually, we totally acknowledge the value of the body. The body is a gift to enjoy life on this planet. То есть мы понимаем ценность нашего тела, что тело — это подарок, наш подарок в этой жизни. And not just enjoy life, but as well use the body to create a change and generate what you desire to have. И не только можно позволить себе радоваться жизни, но и создавать те изменения в жизни, которые мы хотим. And we can use the body not just in a physical way, let's say, you use your body to go to work or drive a car or cook the food. То есть мы будем использовать наше тело не в физическом аспекте, то есть, допустим, для того, чтобы ходить на работу или водить машину или готовить ужин. But we can start to use the body as a magic wand. Мы будем использовать наше тело для магических преобразований. Because like around us, everything is sort of like created from materia that is using vibration. То есть, потому что все, что окружает нас, создано из материи, которая использует вибрации. And vibration is built up from information and energy. It's a different form of energy connected with information. И вибрации используют информацию и энергию,
любые виды информации, энергии. And we can use our body to generate a vibration and change the vibration and the reality on physical level as well. И мы будем использовать возможности тела создавать вибрации, которые могут изменить нашу реальность и физическую реальность в том числе. So imagine that if you had a magic wand, which is actually your body, and you start to change your physical reality as well. То есть будем использовать наше тело, чтобы менять нашу физическую реальность. Только подумайте об этих возможностях. Like in which many ways you can use it, and actually, this is the main purpose of the body to, how to say, yeah, this is actually the topic of the Golden Planet. Golden Planet. Golden Planet. То есть мы будем создавать различные изменения в нашей жизни, и это то, что называется Золотой планетой, Golden Planet. Maybe you've heard about that all infinite beings are coming from the golden planet, where most of the elements on the planet was made out of gold. То есть большая часть всего на этой планете состоит из золота. And we were able to sort of like immediately actualize anything that we desire to have. И мы будем способны создавать те изменения сразу же, которые мы хотим иметь. Maybe you've heard the story of that, but this golden planet was like 4 billion years ago, was mined out and exploded, like disappeared. Ну, то есть, может быть, вы слышали эту историю о золотой планете, которая существовала 4 миллиарда лет назад. Вот, но потом она исчезла. But the amazing thing, we are here on planet Earth, the green or blue planet, wherever people call it. Ну, удивительная вещь в том, что мы сейчас на планете Земля, нашей голубой зеленой планете. And actually, we received this body, which allows us or makes us beings capable to function the same way as we did on the golden planet. Но удивительная вещь в том, что у нас есть наше тело, которое мы можем использовать для того, чтобы создавать именно такие же прекрасные вещи, как когда-то создавались на золотой планете. But of course, this information was kept a secret from all of us in order to be able to control us. Но эта информация не давалась нам как знание, потому для того, чтобы нас контролировать. And actually, the acoustic body and the acoustic wave as an information was represented on planet in the past like 6 times. Но вот акустическое тело и акустическая волна присутствовали на этой планете. But the information was always distorted over time and it ended up abusing the planet and people. Но информация об этом каждый раз разрушалась, и для того, чтобы как бы применить насилие к людям, населяющим эту планету. So this time we would like to give this information to all of you with as pure as possible, so everyone can have clarity about it. И наша цель в том, чтобы дать вам эти знания в том чистом виде, насколько это возможно, чтобы у вас была четкость понимания этого вопроса. To truly transform our future to something much greater. Чтобы по возможности изменить наше будущее на что-то реально потрясающее. So thank you so much for joining us today. And I believe we are going to have we will have the next call. Спасибо большое за все, всем, за то, что пришли к нам, присутствовали. Я надеюсь, что у нас будет еще такой же звонок. And I would just sort of like recommend to everyone that please listen back this recording and allow the information to reach you, to settle down for you.
И я посоветую вам снова прослушать эту запись, запись нашей с вами сегодняшней беседы, чтобы информация как бы закрепилась в вашем сознании. And thank you so much for your amazing question. It was really great. Спасибо большое за ваши удивительные вопросы. Это было замечательно. Thank you and see you very soon. Спасибо большое. Увидимся Спасибо. скоро. Bye-bye. Бай-бай. Всем пока.